30 сентября на пересечении бульвара Шмидта и улицы Мусоргского в автомобильной аварии пострадала женщина. Она находилась за рулем автомобиля «Рено Дастер». «Рено» двигался по Мусоргского в сторону улицы Горького. На перерез ей выехал автомобиль «Митсубиши». Остановился перед знаком «Стоп», посмотрел налево, машин не было, тронулся. По Мусоргскому ехала «Рено Дастер». Я ее не увидел. Вы не увидели? У нее было преимущество, да? Да? То есть вы просто невнимательность, да, вы считаете? Скорость у вас какая была? 20 километров. То есть совсем практически минимальная, да? Угу. В салоне «Рено» женщина-водитель находилась одна. С места происшествия ее увезли в больницу с подозрением на перелом ребра. Сотрудниками полиции задержаны подозреваемые в хищении бензина. 25-летний и 35-летний мужчины установлены после обращения в полицию руководителя фермерского хозяйства о том, что в ночное время с автозаправочной станции в Пеновском районе области неизвестные пытались похитить с топливных баков углеводородное сырье. В полиции подозреваемые рассказали, что просверлили сквозное отверстие в топливном баке и с помощью шланга сливали в металлические канистры бензин. Довести свой преступный умысел до конца мужчины не смогли, так как были задержаны стражами правопорядка. Ущерб от преступных действий для СЗС мог составить более 100 тысяч рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.